Добрый день, дорогие друзья, братья, сестры, церкви. От всего сердца хочу поздравить вас с надвигающимся, наступающим праздником Светлого Рождества Христова, а также с Новым Годом. Эти два чудесных события, они необходимы людям. Но если из них выбирать, что важнее, безусловно, это праздник Рождества Господнего. Это великий праздник, когда свет Господень пришел в этот мир. Надежда у людей появилась, и люди стали осмысленно жить, двигаться ради Всевышнего Бога. Это был путь примирения Бога и человеков. Христос принес в мир надежду, любовь, радость, утешение, исцеление. И в эти праздничные дни очень хочется, чтобы вы вспомнили о родных и близких, поздравили ваших друзей, провели время с вашими родными и близкими, чтобы праздник действительно стал праздником наших душ, спасенных Христом Иисусом, чтобы мы согревали друг друга. Мы страной вошли в непростые времена, экономические, политические, сложное время, но поверьте, именно в это время Бог как никогда близко к нам. Просто доверяйте Ему. Как бы ни было трудно, именно в это время начинайте двигаться, развиваться, что-то делать. А самое главное, не опускайте руки, славьте Господа нашего Иисуса Христа. Служите Ему с весельем, входите во дворы Его со славословием. Именно в трудные времена проявляется сила Божья. Именно в трудные времена Бог как никогда рядом. Я хочу для всех граждан нашей страны, для всех моих друзей, знакомых, близких сказать о том, что жив Господь Бог Израилев, и Он будет совершать великое именно в это трудное время. Я хочу всем пожелать, что в 2016 году вы были счастливы. Счастливы от понимания вашей цели. Для чего вы живете? Для чего вы служите? В чем смысл и цель вашей жизни и служения? Лишь только это сможет принести вам утешение, понимание, облегчение. Поэтому не проживайте просто так вашу жизнь в следующем году, но сделайте вашу жизнь осмысленной в соответствии с целями и ценностями Слова Божьего. Вы знаете, я верю, что 2016 год, несмотря ни на что, особенно для верующих христиан, будет особенно благословенным. И знаете почему? Потому что Бог... Он будет являть свою мышцу именно тогда, когда мы обратимся к Нему. Когда нам трудно, мы обращаемся к Богу. И Господь, Он знает, как нам помочь. Если у вас финансовые проблемы, Бог поможет найти вам выход. Если у вас проблемы со здоровьем, то Его исцеляющая рука поспешит к вам. Если проблемы в семье, то это будет годом примирения. Я просто верю и знаю, что обильные благословения, вера и надежда будут настигать вас в следующем году. Будьте счастливы, дорогие мои. Всех люблю и благословляю. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. С праздником, дорогие!